На фасадах образовательных учреждений «Орла» теперь развиваются дубликаты Знамени Победы вместе с флагами Российской Федерации. Акцию под названием «Знамя Победы» к празднованию 75-летия окончания Великой Отечественной войны организовали активисты молодежки ОНФ. В этой акции, в частности, которая проходит по инициативе молодежки ОНФ, наш, в частности, учебное заведение к нему присоединилось, на всех зданиях нашего учебного заведения вывешены как российские, так и флаги Победы.